Все, мы уже припарковались на парковке, благо здесь мест много. Теперь дети договариваются, кто когда будет кататься на чем. Эксер! Так, пошлите вот сюда вот. Я эксер. Так, в общем, поставили машину. Здесь вот то, что за парком. Здесь такая территория есть для парковки. Но возле парка, она, конечно, огромная, там народу очень много. Мама, ну что, вот здесь. Пожалуйста. Мама, то, что было. Мам, то, что люди совсем... Мама, они уже собрали, давай вниз заведем. Так, пошлите. Мама, то, что люди совсем уже разленились, да, не могут пройти метров 10. Да, учитывая, что и мы тоже не можем, да? Нам-то парк не так далеко от бабушки с дедушкой. Просто мы решили, что мы поедем на машине, чтобы потом обратно. Туда-то идем в припрыжку, а обратно потом не хочется возвращаться пешком. Сам будешь? Дикая, дикая акация. Мам. Да. Давай ручку. Страшно тебе? Нет? Аккуратненько. Афоня, ты что хочешь, Афонь? Вот это вот? Хорошо. Да, ну ты спроси, сколько стоит такой? 40 рублей. Гриша на этом. На этом же? А там нету другого? Может, на Сигвее? Так, мальчики себе выбирают. Афоня себе катается. Афоня, смотри. А ты останавливаться можешь? Пока. Так. А, тут скорость даже, да, переключается? Не знаю. Ну иди поздоровайся с зайчиком. Поздоровался. Так, пошли в тир. Сейчас Гриша в тир. Пошли вон, мальчик поможет. Не ты, но это если Гриша тебя будет заряжать. Воды? Сейчас. Афонечка, ты только отходи от Гриши, хорошо? Какую какашку? А, вот ту мягкую какашку. Теперь Афонь. Да все он может, Афонь. Да ты все можешь, вон туда, в кегельке. Да он пусть, Гриш, пусть как получится, так у него и получается. Да, Антош, да ты не трогай ее, не трогай вообще. Антош, вообще не трогай, пусть он сам. Так все он может, давай. Вот, видишь, куда-то попал. Да, балеринка, да? Пошлите.
А? Я обосрался. От кого? От этого ангела? Так, а мы идем в веревочный парк, да? А Афоню всегда не впустят. Почему? Говорю. Не, ну Афоню, да, он еще, наверное, маловат, да? Гришка сейчас полезет. А что ты? Ну тоже полезь. Сиди. Ну и что? И у меня еще есть на карточке. Полезешь? Ну давай. Ну давай. Когда мы еще попробуем? Тебе хочется? Больше мы никогда еще больше сюда мы не приедем. Ты будешь лазить? Я буду давай. Лазить. И ты будешь лазить? Хорошо. Ребят, кепку снимай, давай. Давай мне кепку. Держите три билета. С этими билетами проходите. Да? Ой, Афоня одевает. Антоха! Класс. Буду тебя прочувствовать своими руками. Это все кровь. Ясть. Маршрут. Блин, она тяжеленькая. Да? Да, такая килограмма. Так, все? Влад! Давай. Полезу я, как тема открывается. Давай. Мама. И ты рад? Не бойся, сынок. Проводи ровненько. Ролик наверх возьми. И проводи. Ровненько. Вот, давай, котик. Только смотри. Под землю, на землю смотри. Да, да, конечно. Когда он пройдет, это, а потом за ним, хорошо? Вдвоем не залазьте, понял? Помоги ему провести. Проводи ему ролик. Ты наклоняйся ему. Вот так. И проводи, вот. Давай. Справишься, сынок? А кто мне будет помогать? Никто, ты сам. Как будто у тебя выживание. Ты же так хотел? Или ты уже устал? Нет. Это не больно, будет не больно. Давай. Сейчас он проходит, и ты потом. Вот. Оп, давай, давай. Держись, держись еще. Держись. Да. Ручками за зеленый, вот он держит, и на счет три прыгай. Раз, два, три, прыгай. Сынок!
Ты сейчас здесь будешь лететь? Давай. Я же говорю, не держись от нас. Зачем? А ты красный теперь отцепить не можешь? Нажимай. Ну как, Афонь? Афонь, ну как тебе? Да? Еще раз. А тебе нравится? Мне нравится, потому мы еще наверху там. Вы тоже там будете? Мы достаем билеты. Угу. Сказали доставать. Хорошо, вот сюда тогда подходим. Ко второму маршруту. Ну, первый, кстати, тоже прикольный, да? Это же вот закончился, получается, первый маршрут, да? А. Ну как-то же проходят. Как? Точно, то же самое, и так же и ты. Нет, будешь. Нет, я бы еще раз прокатился вот так. Тебе нравится? Сложное, сложное, да? Я еле его прошел. А как твои младшие братья должны? Не знаю. Я вон там еле прошел. Там какие-то другие мальчики. Да? Давай, давай, все, девочка уже прошла, давай. Опа. Билеты доставать? Да. Григорий. А девочка уже плачет? Да. Афоня вот сходил в туалет, сейчас идет дальше на маршрут, да? Да, ждем это. Подожди, ждем инструктора. Так вон наш Антоха, он уже закончил четвертый, да? Мы сейчас с Афоней только на третий. Наверное, маме тоже надо было покупать, да, сынок? Так, вон там вот где-то Гриша у нас. Да? Да, да. Креплен. Уже все, Гриша, выходить. А он же уже все закончил. Тут не страшно? А вон там жди сейчас. Страшно? Да. Афонь, я ж тебе здесь не буду помогать, ты ж понимаешь? Или слазим уже все домой? Ну тебе понравилось, Гриш? Круто? А Гриша 7, да? А всего их 8, да? Всего их 8, а я 7 прошел. А что ты на 8 не пошел? Я понял, потому что у меня силы как бы не хватит. А!
А, Антоха на шпагат, да? Я на шестом вымотался, но вот эти вот... Чего? Ты за верх держись. А, вот на эти, вот этих? Да, там на... А, где девочка же там плакала, да? Я там еле прошел, два раза упал, там надо... Знаешь что? Вот эти игры упасться, не падают. Ага. А Поня наверху. А, там даже на скейте, да? На сноуборде. А, на сноуборде, а вот на велосипеде еще я где-то, езжу. Да? А, тебе бы сразу бы седьмую или восьмую дорожку для... Да? Ну что, страшно? Давай, тяни, тяни. Давай, Вань, ты сможешь. Еще один. Красавчик. Лезь дальше. Афоня тоже такой бесстрашный. А я тоже думал, я не знаю, я думал, на шестом где-то уже адреналин. А я забираюсь. Я забираюсь, наверное, ты такой. Вы что, издеваетесь, что ли? Это все? Ну, потом, когда он встал там... Еще раз скажи. Сколько ощущений, такие эмоции. Да? Понравилось. Знаешь, что я чувствую? Я чувствую то, что хочу в туалет, и болят очень сильно мышцы. На 9-й уровень можно. Сынок уже плачет. Вот, все, ты уже почти дошел. Ты мой хороший. Причем я видела тут плачущих людей очень много. И, а Гриша, и Гриша там даже помогал одной плачущей девочке, да? Которая тоже наверху вот так же расплакалась. Нет, она вон там. Это... Зацепилась? Не отстегалась. А, нет, отстегалась красная? Я попробовала, вроде у меня там нет. Все! Получается, сына? Молодец, молодец, мой красавчик. Да, да, да. Давай, разворачивайся, держись за эту веревку. За веревку держись. Давай. Отпускай сетку, лови! Ролик не отдай, мы будем держать. Так, теперь еще при выходе. Покатаемся и все. Колеса тебе нравятся? Смотри, гелик. Так, сейчас поедем домой. Машин так прибавилось, могу сказать, на этой стоянке. Все, отлично, доехали домой. Теперь можем заходить. О, кнопка уже. Гриша. Да. Иди расскажи. Как ты? Как ты, сынок? Тебе понравилось там лазить? Я только увидел, что пить больше не буду.
Ну и что ты хочешь сказать? Страшно там или нет, Афонь? Афонь, ну расскажи. Пошли. Тебе там страшно было или нет, расскажи. Нет! Да, а чё ж ты хотел плакать? Афоня плакать хотел, то я не поверю никогда. Да я чё там поплакал? Я даже не поверил бы, что ты плакал. Как ты? Ну давайте они покушают, да, и мы сядем, да? Давайте по сосиске, рыба вкусная, вкусная. Ну вы спросите, будут они, а то они такие рыбаки. Ты не будешь рыбу? На глаз да ее ешь, она в натуральной оболочке. Мне глаза теперь болят. От чего? От чего дело? Из-за тира. Какую-то Афоня оружку выбрал, ничего в прицеле не видно, ни хера ничего. Так ни хера или ничего? Так, кушаем хлеб, берем. Афоня повернулся к тарелке. Вот так, молодец. Кости одни. Ты отжиматься, сынок, пришел? Мам, давай, отожимайся. Отжимания, кости лежат у меня. Кости? Легко. Кости лежат. Давай, вот, легко. Вот, смотри. Ну, давай. Давай. Ну, ты покажи. Давай, ты сначала вон, давай. Легко. Давайте кто больше. Давай теперь. Я с тобой.